На сегодняшний день уже огромное количество компаний использует балловую накопительную систему скидок, и гигант AliExpress не исключение. На сайте официального партнера AliExpress, который называется EPN Cashback, есть возможность зарегистрироваться и возвращать часть потраченных денег. Кстати, совсем недавно появилась возможность возвращать часть денег с покупок на сайтах Gearbest и Banggood. Итак, для того, чтобы начать экономить, переходим на сайт, ссылку я оставлю под этим видео, и видим, что вернуть можно от 7 до 18%. Получить деньги на свой счет в течение 5 минут, вывести деньги без комиссии, и минимальная сумма для вывода составляет всего 20 центов. Нажимаем «Зарегистрироваться», вводим адрес электронной почты и пароль. На почту придет письмо для подтверждения регистрации, нажимаете на ссылку и попадаете обратно на сайт. Видим инструкцию по использованию сервиса, можете почитать ее, и делаем следующее. Нажимаем тут и выбираем плагин для своего браузера. Я пользуюсь Яндексом, нажимаем, устанавливаем плагин. И видим в правом верхнем углу вот этот значок. Переходим на сайт AliExpress, выбираем интересующий товар, нажимаем на значок «Кэшбэк». Возможность кэшбэка есть и 7% возврата. Отлично! Активируем кэшбэк на этот товар и покупаем. Переходим обратно на сайт EPN Cashback, открываем статистику и видим, что сэкономили вот такую сумму. После подтверждения получения вами по ссылке на сайте AliExpress, эта сумма станет доступна для вывода. Как видите, ничего сложного в экономии своего бюджета нет. Настоятельно рекомендую вам возвращать часть потраченных денег.